развитие работаем дальше с грудным отделом позвоночника. Да? Там очень часто бывают зажимы, тем более, когда у нас у всех сидящая работа, за рулем мы сидим, да, на диване криво лежим и на большой подушке спим, все время вот это напряжение идет. А как его можно снять? Ну, во-первых, попытаем человека опять растрясли его. Опять предупреждаем, чтобы он был полностью расслаблен и не угадывал наши движения. Ручки свободные, болтаются, да? Женские сюда. Руки как веревочки. Вот просто висят, да? Нам они сейчас не нужны. Все болтается, голова даже расслаблена. То же самое, кстати, можно и стоя проделать, да, вот эти вот манипуляции с шеей. Но сейчас мы про грудной отдел говорим, да? Если руки у человека напряжены, да, попытайтесь ему сделать вот такое вот упражнение, захватываем, да, и сама руками ничего не делай, а просто стараюсь угадать мои движения. Хаотично, вот видите, она достаточно расслаблена, у нее плечевой пояс, смотрите, свободно ходит, да, напряжения нет никаких, значит, все, человек готов, может с ним продолжать работать дальше. Берем одну руку, просто задвигаем, а вторую мягко, локтем, локтем, кладем на нее. Вот. То есть нет напряжения ни здесь, она продолжает висеть, да? И это продолжает висеть, то есть эта рука висит. После этого, вот смотрите немножко сбоку, чуть-чуть эту ногу вперед. Я приседаю, потому что я выше ее, да? Чтобы у меня на грудь, ее грудной отдел, на мою грудь, грудной отдел пришелся, да? И немножко как бы так вот на себя накатываю, потом поднимаю, понимаете, не резко, не сразу вверх, немножко так вот на себя, ой, как и вот так вот, вот это я люблю. Слышно было, да, мягко делаем, теперь то же самое с другой стороны, показываю, может быть, с этой боку, чтобы было видно лучше, да, раз, рука спокойно лежит, на себя так мягко накатываю. Вот. А, потом в конце, кстати, да, вот я ее сдернул, еще больше позвоночник, как говорится, упал в трусы, да? Или, смотрите, у человека зажата поясница, мы до этого выяснили, да? Тогда мы его держим, ноги, ой-ой-ой, вот так никогда не делай. Так. Ты напряглась сейчас пресс и попыталась ноги поднять сама. Сама ничего не поднимала. Иначе мне уже будет тяжело, у меня у самого начнет там проблема со спиной. Да? Поэтому человек должен полностью быть расслаблен. Еще раз вот подготавливаем, раскачиваем, да, таз. Пресс не напрягай. Ноги висят как мешок с костями. Подняли тебя. И вот таз висит, мы немножко покачали тазом. Отпустили. То же самое движение можно делать, на, ну, если вы торопитесь на самом деле. Или если хотите как-то побыстрее перейти к другим отделам позвоночника, да? Не, ничего не делать, ничего сама не делать опять. Вот просто две руки. Две руки схватили, да, за локти. И то же самое. Немножко потрясли человека. Далее смотрите, вот не прерывая это движение, переходим к тазовым позвонкам, а мы их что делаем? Скручиваем, да? Для этого пациент стоит ровно, вы максимально сбоку, да? Главное, чтобы у вас хватило объема его обхватить. Поднимать противоположную ногу, левую в данном случае. Коленку, коленку, выше, выше, выше. Да, но не сгибайте, выпрямись. Ты выпрямись. Не коленку, сама. Да. Все расслаблено, видите, расслаблено. И в этот момент мы ее скручиваем. Ой! Вот. Отлично. Да, поясница прям как копчика, да? Сейчас. Отлично, да? Многим нравится. Тот же самый прием, ну, например, с другой стороны, да? Можно провести еще по-другому, но с мужиками 130 кг, 140 вы такого, конечно, не проделаете. Это делается лежа, совсем немножко по-другому. А вот, например, с девушкой это можно сделать. Берем опять руку вот так вот, держим крепко. И тут я обычно прошу диджея включить танго. Танго, пожалуйста. Ту-ру-ту-ту-ту-ту. Поднимаю правую коленку вверх.
выпрямись, выпрямись, выпрямись. Вот. И мы танцуем. Тут. Мы еще, конечно, да? Стой, не смейся, расслабляйся. Ой! Вот такое движение. Скручивание на весу в воздухе произошло, да? Да, мужчина.